Городской пляж Махачкалы пользуется успехом. Ежедневно его посещают более 5000 человек. В прошлом году эта цифра была на 1500 людей меньше. Увеличение количества отдыхающих связывают с ростом турпотока в Дагестан, а также с созданием условий на пляже, визит на который абсолютно свободен для всех желающих. Пляж регулярно благоустраивают, также ведется работа с предпринимателями, которые работают в зоне отдыха.